И последнее. Побывать в сердце самой глубокой трубки МИР совершенно бесплатно и не выезжая из Якутска будет возможно в эти дни в выставочном зале НХМ. Такой подарок всем жителям и гостям столицы подготовили организаторы бриллиантовой недели Якутии, которая началась сегодня. О том, что еще ожидает всех ценителей ювелирной промышленности, в материале Саргаланы Захаровой. Якутию по достоинству можно назвать главным алмазным центром страны. В ней добываются 95% всех алмазов России и 25% от всего мирового объема добычи этого драгоценного камня. В этом году организаторы бриллиантовой недели подготовили обширную программу для гостей и жителей столицы. Главной фишкой станет капсула, в которой благодаря высоким технологиям можно будет проследить весь процесс от добычи алмазов непосредственно до самого изготовления ювелирных изделий. Находясь в специальном кресле в капсуле, надев специальные очки, и просмотрев этот фильм, мы с вами окажемся ровно в центре трубки МИР и ощутим, как это добывается. Зрелище впечатляющее. Как рассказали организаторы, программа, в отличие от предыдущих годов, будет нацелена больше на население самой республики. Так, персоной недели станет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. Он примет участие в финальном мероприятии «Бриллиантовом бале». По традиции, самым ярким и запоминающимся событием недели станет аукцион эксклюзивных ювелирных изделий. В этом году мастера представили 35 лотов. Самый дорогой из них – это комплект «Великолепный век», исполненный из золота, бриллиантов и султанитов, общей стоимостью более 3,5 миллионов рублей. Для того, чтобы прошлый год был очень успешный, в этом году более интересные изделия, на мой взгляд, появились. Эти участники, 9, в основном 11 производителей Якутии, которые здесь именно производят ювелирные изделия. Они участвуют в выставке эксклюзивных изделий, и они уже проходят в аукцион. А центром выставки и аукциона станет крупный алмаз, найденный совсем недавно в Нюрбинском районе компании «Алроса». Его вес 136 карат, оценивают его в 1 миллион долларов. В рамках бриллиантовой недели полюбоваться одним из самых крупных драгоценных камней сможет каждый желающий в сокровищнице Якутии. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, НВК Саха, Якутск.